And let's look at something else. Давайте посмотрим кое-что, на кое-что другое. It's found in what is now today Assyria. I'm sorry, who was then Assyria, probably Iraq. В древней Ассирии, по, возможно, в сегодняшнем Ираке, было найдено a writing, a book. Книга была написана, писание. It's called the Book of Balaam. И эта книга называлась книгой Валаама. Who is Balaam? Кто это Валаам? Do you remember Balaam? Помните упоминание о Валааме? But it happens that this is what we found. They found this fragment. Они нашли именно вот этот фрагмент. It's not a complete. Это не что-то законченное. Very, very rarely you find a complete fragment. Очень редко можно найти законченный фрагмент. But look at the date. Ну, посмотрите, пожалуйста, на дату. 840. 840. Very early in the time of the Old Testament. Очень раннее время до before Christ. Before Christ. До нашей эры. At the time of the kings of the United Kingdom, divided kingdom. В то время, когда разделилось Израильское и Иудейское царство. And there are stories of Balaam. И история о Валааме, that is not only told in Israel and in the Tanakh, которые не только были рассказаны в Израиле и в Танахе, but the fragment here, но этот фрагмент, обнаруженный здесь, identifies Balaam, the son of Beor. Он идентифицирует Валаама, сына Беора. And he says who lived in the land of Israel. Который говорится, что он жил в земле Израиля. And he tells how he was called to curse a people. И там рассказывается, каким образом он был призван для того, чтобы проклясть народ. Now, I want you to get clear. Я хочу, чтобы вы себе просто это поняли. Это не Библия, это не библейские источники. This was found in Mesopotamia. Это было найдено где-то в Месопотамии. Mesopotamians didn't have to believe in the Bible. Месопотамия — это не место, где сильно почитают и верят Библии. But the story of what Balaam did, но та история о том, что сделал Балаам, was so well known and made such an impact, they even wrote about it in Mesopotamia. Была настолько известной в то время, что даже в Месопотамии об этом был написан в одном из источников. The rest of the text that we can see, остаток текста, который мы здесь можем увидеть, we can say for the words that are legible, мы можем сказать слова, которые мы можно соединить в буквы, that definitely is the Balaam that is mentioned in the Bible. Что это точно тот Балаам, который упоминается в нашей Библии. This is what's called external evidence. Это называется внешним доказательством. You remember I talked to you about the Merneftah stele yesterday? What's a stele? Remember the stele? Помните термин стела? Okay, this stela is very fascinating. Эта стела очень интересная. This stela, эта стела, contains here a description. Содержит в себе описание. See we can. Давайте посмотрим. You can't read it because it's very, very small. Невозможно ничего прочитать, это очень маленькие буквы. The stela is now in Metropolitan Museum of New York. Стелла находится в музее Нью-Йорка. And it's the story of the king Assurbanipal. И история о царе Assurbanipal. It's a king of Assyria. Это так называли царя Ассирии. I saw this myself with my own eyes. Я, естественно, своими глазами это видел, я был там. I was with Dr. Reutemann of the Jerusalem Museum when they opened the exhibit in New York and exhibited this stela. Я был на открытии выставки, когда они впервые выставили эту стелу вместе со своим другом доктором Ройтманом, профессором еврейского университета. And this stela, эта стела, is similar to another stela, похожа на другую стелу, that is found, которая была найдена в Египте. And the stela in Egypt, и стела, которая была найдена в Египте, is a translation of this stela. Это перевод вот этой самой стелы. But what's interesting in this stela, но то, что интересно в этой стеле, that contains one line that says the following, которая содержит одну линию, и вот что она говорит. Here, in hieroglyphics, в этих иероглифах,
It says, написано, a foreign nation Israel. Иной народ Израиля. It's the first time that we find the name Israel written. And it's not written by Israelites. This is in Assyria, and a similar copy made in Egypt. Мы находим упоминание об Израиле, то, что не было написано израильтянами. Это было написано в Месопотамии, и подобная копия была написана в Египте. Are you interested to read it? Вам, если вам интересно прочитать, интересно? This is what it says. Вот что интересно, вот что там написано. This means a people. Это означает народ. Okay? Because when you have a man and a woman, it means people. Когда есть иероглиф, картинка мужчины и женщины, означает народ. The numbers, you remember I mentioned yesterday, the numbers are written what? Помните, я вам говорил, что они номера указывали линиями. This means there were many people. И это означает, что народ был многочисленный. 100,000. We don't know. А many? Не знаем, но много, да. Здесь имеется, счет идет на тысячи. It's not definite the amount, but it says this indicates that was a large nation. Я не могу сказать точный номер, но это означает то, что это был большой народ, многочисленный. This line here, эта линия здесь, которая надломлена. This is not a straight, right? You see that it's bent? Видите, что она надломленная линия, не прямая. In Egyptian hieroglyphics, в египетских иероглифах, if this were talking about the Egyptians, если бы речь шла о египтянах, this line would be straight. То линия была бы прямой. But they wanted to say it was a foreign nation. Но из-за того, что они хотели сказать, что это был чуждый народ, they indicated that они определили это сломленной линией. And this talks about a foreign nation. И здесь говорится о чуждом народе. This is a picture that represents the word Yisrael. Эта картина вся означает слово Израиль. If you take this, если вы возьмете эту картинку, this is the word Israel. Это слово Израиль на иероглифе. Some people question, could it be some other people? Некоторые задаются вопросом, может быть, речь идет не об Израиле, а о другом народе. But it happens that this appears in other writings in Egypt as well. Но не только в этом месте, но также в других местах упоминается именно этот народ. Why would the Egyptians write about Israel? Почему египтянам, зачем им нужно писать что-то об Израиле? A foreign nation called Israel. Чуждый народ, который называется Израилем. It's amazing because this is not written by Christians, this is written by Egyptians. Удивительно, это не было написано христианами, это было написано египтянами. And although this has not now, what we have down here, у нас внизу здесь вы можете увидеть, is the same that we have in the top. Okay? То же самое, что и наверху. But do you understand that this is carved in stone? Вы понимаете, что это камень? You know how big the letters are? Знаете, насколько большие там буквы? Yeah, like this. Маленькие. Minuscule. Очень маленькие буквы. So in order to read it, you have to enlarge it, and when you enlarge it, для того, чтобы прочитать, нужно увеличить. But it's very clear for other writings that this is the word Israel in hieroglyphics. Очень ясно в сравнении с другими писаниями, что именно эти иероглифы означают Израиль. And let me show you something. Я хочу вам показать кое-что. I can't do it here. I'm sorry. No, I thought I was connected. No, I'm not. Я думал, что я у меня есть связь, у меня нет связи. There are other writings that are found in Egypt. Есть другие писания, которые были найдены в Египте. Where the name Israel is mentioned. Где упоминается имя Израиль. Now I'm going to see if I can. This is one of the most important pieces of evidence that there was a people called Israel. Это одно из самых важнейших доказательств, то, что был народ, называемый Израиль. There are many people, especially in the conflict, the light of the Palestinian-Israeli conflict today, who say that there was no Israel in the past. Очень много, это прекрасное доказательство, особенно в свете сегодняшнего палестино-израильского конфликта, когда некоторые люди говорят, что Израиль в то время не существовал.
I don't want to talk politics. It's not my place to talk politics. Я не хочу говорить про политику. Сейчас это не моя цель и не место. But one of the problems we have with Palestinian friends. Но и одна из проблем, которая у нас есть с палестинскими друзьями. They deny that there was a historical Israel that lived in the land. Они отрицают, что был в истории Израиль, который в то время жил в этой земле. They claim that they have been there for thousands of years, and Israel is an invention of later times. Они утверждают, что они жили здесь на протяжении тысяч лет, а Израиль это какое-то новое вторжение. If you want to read the details of that, go to the Palestine PLO. What do you call PLO? Palestinian Liberation Organization. The website, the official website of the Palestinian organization. Вы можете зайти на официальный веб-сайт, палестинская организация называется. Как? ООП. They say in their official website. На их официальных веб-сайтах. That King David never existed. Они утверждают, что царь Давид никогда не существовал. That Jerusalem was never a Jewish city. Что Иерусалим никогда не был еврейским городом. And the Israelites were just a tribe that appeared later on in history and took over their land. И что Израиль это какой-то народец, который каким-то образом зародился в более поздние времена и завоевал их землю. If there was no Israel at the time, how come the Egyptians already wrote about Israel? И если в то время не было Израиля, то как тогда в египетских источниках вы видите упоминания, столько много упоминаний об Израиле? A dear professor of mine, мой дорогой профессор, who was once invited to talk to the Palestinians about the historical Israel, if there was a historical Israel. Когда однажды его пригласили в Палестину говорить об истории Израиля, and he liked to start with a joke. Он начал свою лекцию шуткой. And he said, and it's a joke, okay? Я вам хочу еще рассказать, это шутка. Because the Palestinians claim that Israel is only a recent invention. Из-за того, что палестинцы утверждают, что Израиль это новое образование, новое вторжение. Perhaps 200 or 300 years before Christ. Которая зародилась. Возможно, за 200 или 300 лет до нашей эры. But King David and the others are just stories. А все остальные, царь Давид и все остальные наши цари, это просто истории. But they were the original settlers in the land. А они были первоначальными поселенцами на этой земле. So this professor of mine likes to start a dialogue with the Palestinians. Поэтому этому моему профессору захотелось начать диалог с палестинцами. With a joke. Шуткой. And he says, when Moses was about to enter into the promised land, он сказал, когда Моисей уже должен был войти в обетованную землю, he decided to cross to take a bath in the Jordan River. He's excited because he sees the Jordan River, he sees the promised land, and he wants to take a bath in the Jordan River. Он был так рад, что он дошел до наконец до берега реки Иордан. Он захотел сначала искупаться, прежде чем войти в обетованную землю. So he takes his clothes off. Он снял с себя одежду. Leaves it on the side. Оставил на берегу Иордана. And he goes to the Jordan River and takes a bath. И пошел купаться в реке Иордан. You know that story. Знаете некоторые истории, да? And when he goes to look for his clothes, а когда он вышел для того, чтобы снова одеться, he says, the Palestinians stole it. Он говорит, палестинцы у меня украли одежду. And the people in the crowd say, but there were no Palestinians at the time. И люди, которые сидели в зале, сказали, ну тогда палестинцев в то время не было. And then he says, ah. Он сказал, именно это я вам хотел сказать. Now we can talk about history. А теперь можно продолжать говорить об истории. You realize there were no Palestinians at the time. Вы теперь понимаете отлично, что палестинцев в то время таки не было. So, you know, even today, things that happened in the past have an effect today. И поэтому те вещи, которые происходили в далеком прошлом, имеют влияние на сегодняшний день.